Коллеги, все, что происходило на контроле в плане развития вредителей, мы решили для вас снять вот в течение всей вегетации, как развивается вредитель на контроле. Ну, первого, кого мы увидели, это был красный плодовый клещ, это вот в стадии еще до начала цветения уже развивался. Также мы видели, что Эозофира бигела, она еще была под корой и еще не образовала куколку, то есть готовилась только вот идти на окукливание. Хотя плодожорка уже в этот момент уже летела, и получается вот такая разница между плодожоркой и бигелой. В конце цветения яблони 6 мая мы уже могли наблюдать в этот момент следующих вредителей. Уже началось развитие тли на контроле, также была и яблонная плодожорка, и поэтому для контроля вот этих двух вредителей очень удобно применять Valiant Flex, который контролирует как яблонную плодожорку от рождения гусениц, так и вот тлю, которая в этот момент уже присутствовала. Еще были вредители, такие как серый почковый долгоносик, он начал свое развитие еще вот в розовый бутон и продолжал уже. К 4 июня мы видели, что красноплодовый клещ развивался, мы провели обработку вертимеком, и в следующий у нас приезд мы уже видим, что на контроле клещ еще оставался, а на варианте, где мы обрабатывали вертимеком, клеща уже не было. Яблонно-листовая галец также присутствовала на контроле с начала весны и продолжала свое развитие. Кроме яблонной галицы, мы еще наблюдаем и боярышниковую кружковую моль, которая точно так же повреждала листовую пластину. И когда мы верхний слой листа открывали, мы видели, наблюдали там вот этих именно гусениц, которые питались там в паренхиме листа. И в чем сложность вот борьбы именно с этим видом вредителя? То есть препарат должен проникать вовнутрь, потому что для борьбы со скрытно живущими нужен именно инсектицид трансламинарного действия, который может проникать. К таким инсектицидам относятся у нас Люфокс, Проклейм, Валиан Флекси. Вот как бы выбор препаратов как бы есть для борьбы с набором вредителей. Следующий наш приезд, 24 июля, мы уже видели опавшие плоды от повреждения плодожоркой и двухполосной огневкой плодожоркой. Для контроля два вида вредителей, и против Эозофиры бигелы, и против яблонной плодожорки есть препарат Люфокс, который контролирует все стадии шишекрылых вредителей, и поэтому им очень удобно работать для контроля именно этих видов вредителей. Сложность борьбы с чешуекрылыми вредителями состоит в том, что очень часто в один и тот же промежуток времени у нас в саду находится как яйцекладка, так и взрослые особи и часть особей, которая готовится на окукливание. И поэтому очень удобно работать люфоксом, потому что люфокс контролирует все стадии чешуекрылых вредителей. Кроме люфокса, у компании Сингента есть такие инсектициды, как Valiant Flex, который контролирует широкий спектр вредителей. Кроме этого, есть препарат Проклейм, который удобно применять в конце, потому что имеет короткий период ожидания. И с этого года получил регистрацию новый настоящий инсектоакарицид Лирум. При всем многообразии инсектицидов мы должны сделать систему защиты эффективной, чередовать классы действующих веществ в ней, для того, чтобы она была не только эффективной, но и могла нам служить долгие годы.